Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. So let's go! Нам еще многое предстоит сделать. Сейчас нам нужно будет драться и много-много драться. Поэтому я вот думаю, давайте, наверное, все-таки улучшим этот меч. Потому что до нашего оружия еще как до луны. У него показатели С. Угу, так. Всего лишь десятка увеличивается, да? У нас осколок титанита есть, и мы еще можем его купить, поэтому это не проблема. Так, а что ты продаешь-то, расскажи мне. Ну вот, длинный меч. О, кстати, вот этот очень хороший меч. У него еще показатель Б. Вот мы его купим, короче, 1200 стоит. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Если у нас души, 1200. Хорошо, надо будет купить его и прокачать два уровня. Поэтому мы сделаем следующее. Давайте тогда сейчас быстренько поможем кому-нибудь пройти босса. Прям быстренько-быстренько, по-бырому. Купим этот меч и прокачаем его на два раза. Как раз нам хватит одного босса. И с этим уже оружием можно уже идти и убивать. Ну реально, ну... Вот по факту, у нас сейчас в руках просто пукалка. Бесполезная абсолютно пукалка. Ей только народ смешит. Ею. Так, отходим. Просто вышли и ушли. Сейчас прибежит красавица. Ах ты, заволочила. Еще удар. Я бегу. Опа. 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 Окей. Опс. Оп. Вот, все, отлично. Let's go. Давайте мне души, я хочу апгрейдиться. Так, куда же мы пойдем? Я все-таки хочу к тому боссу, который великан. Ох ты, даже не поздоровался. Ну что ж за люди такие пошли? А я поздороваюсь, потому что я воспитанный человек. И заметьте, каждый занят своим, да, делом. То есть, этот фантом дерется с крипами. А тот, кто призывал, да, он вообще куда-то в другое место пошел. Кто нас бьет? Давайте выпьем. Все-таки нам нужно идти к тому, кто нас призывал. Где он? А, все? Ну, короче говоря, не обращайте внимания. Вот, результат, да? Попался нам невежливый человек. В результате ничего вообще даже не вышло. Так, делаем еще раз. И давайте пока продолжим немного пофармим. Немножечко пофармим. Опа, опа, оп. Ладно, я не буду озвучивать. Хорошо, мы сделаем иначе. Мы тогда пойдем пока... О, вот сюда мы пойдем. Поговорим с этим товарищем. А, вот и все, поговорили мы с товарищем. So let's go. На самом деле, нам нужно быстрее взять мое оружие и все, чтобы вот уже прокачивать его и нагибать. Да что ж такое-то? Ну почему одни невежливые люди? Раньше такого не было. Ну привет. Поздоровайся хоть раз. Ну неужели хоть один человек поздоровался? Ма. Так, что ты хочешь? Показывай. А, еще одного призвали. Я помню, как тоже. Такой прикол был. Короче, призвали меня, да? И она, короче, пошла спускаться. Вот она сейчас спускалась. Так, меня могут со спины могут ударить. Она, короче, спускается, а я пошел за ней и упал прямо в эту дыру. Ну и сдох, само собой. Так смешно выглядело. Ну, это не описать словами, конечно. Получается, призвал фантом, он сразу упал и сдох. Так она здесь даже еще ни разу не была. Привет, братюня. Все, пошлите. Let's go, let's go, let's go.
Там, помните, я щит подбирал, парирование. Давай. Бедный, бедный. Ну, и для этого она вызывала, чтобы мы втроем убивали одного бедного мудака? У меня вот привычка, что это слово мудак, я сразу извиняюсь. Пойдем, пойдем. Так, 1400. Скоро у нас будет новое оружие. Оружие хорошее, я играл им уже. Хорошее оружие. Тихо, тихо, тихо. Видите, у меня немного подлагивает. К сожалению. Вот видите, да? Кто умирал, то не умирал, непонятно. Так, давайте скушаем. Бабах. Ну, она знает про этот прикол, да. Давай. Вот тогда, да. Учитесь. Эх ты, глупенькая, глупенькая. Зачем искать сложные пути? Все равно эта бомба практически не пригодится нам. Тем более, даже в самом крайнем случае мы можем ее купить. Кстати, я здесь, по-моему, плюшку не брал, когда играл. Надо будет опять ее взять здесь. Дай пройти. Здравствуйте. Ну и кто меня ударил-то? Ну ладно, все. Мы не убиваем босса, мы убиваем крипов. Но при этом... Так, не получилось немножко. Смотрите, какое месиво. Ой, как больно-то, больно. Два раза убиваем. Ну-ка, драка, драка, ра. Гоу-гоу-гоу-гоу, драка, драка. Так, идем дальше. Ну пошлите, что ж. У нас оружие все ломается. А, здесь мы тоже, помните, подбирали плюшки. Так, 2200. Чувствую, мы без босса справимся. Можно сделать так. Это быстрый способ спускания. Сим-сим, откройся. Мне нравится этот прикол. Вот видите, там ловушка у них какая. Ну, ну, открывай. Стук, стук, стук. Нет, так прикольно придумали. Жалко, это, по-моему, только один раз такая тема, да? То есть, в других местах такого нету. Осторожно. Оп, оп. Опа. Нет, осторожно, убегаем. Больно. Все, долг исполнен, видите, вроде ничего не сделали, долг исполнили. Ну что ж такое, на-на. Пока. Видите, нам дают гладкий шелковистый камень. Это, скорее всего, раньше мне не давали. Скорее всего, его дают, потому что мы вступили к Ковенанту. Тут где вот лазурный, кто там? Я не помню тоже название. А, лазурного пути. Скорее всего, когда вот мы помогаем, нам дают за это шелковистую ерунду. Вот что я хотел подобрать. Ладно, давайте сейчас тогда одну часть территории зачистим быстренько и пойдем. Потому что денежки все равно маловато. Нам еще надо апгрейдить оружие. Ой, больно, больно, больно. Опа, 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 опа. Пойдет. Тем более, мы помогли. А давайте прямо здесь и зачистим. Здесь вообще маленькая территория. Мы помогли, да, и нам... Видите, починили все оружие. А сделаем еще умнее. Сделаем таким образом. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this. Все. Больше ничего нового он нам не скажет. Делаем так. Если мы туда зайдем, да, то дверь закроется, да, решетка, и сразу все сагрятся. Мы сделаем поумнее. Мы вот так вот возьмем
парочку человек, мы видим танк. Где мое оружие? Вот мое оружие. Вот и все, минус 2. Да теперь нам бояться, в принципе, нечего. Так, осторожненько. А, не надо, пожалуйста, не надо. Ладно, не получилось немножко. Так, здесь мы можем быстренько пройти сейчас все. Ничего здесь нету. Идем дальше. Сейчас пройдем эту локацию и сделаем апгрейд нашего оружия. Хотя бы там левела 2-3 и все, больше я не буду. Также... А, нет, не здесь. Есть секретка, но, по-моему, она не здесь. Вот, видите, здесь много народу. Ой, как много товара. О, да-да-да, плохо прошло. Так, отлично, забрали одного. Ну, давайте, 5 на одного. Опа. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, осторожненько, жив-здоров вроде. Угу. Да что ж ты будешь делать-то, а? Да-да-да-да. Ну не хочет он умирать. Ладно, все, хватит больше баллов. Давайте просто убьем его и все. Так, поножи у нас есть или нету? Нету. О, они еще и хуже. Так что спасибо, забери себе поножи. Бежим дальше, бежим, 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 бежим. Дальше еще будет засада. Ароматная мазь. А, вот она, ароматная мазь. Я думаю, откуда она берется? Тоже нужна, это тоже смазка для оружия. Очень хорошая, кстати, одна из лучших смазок. Это именно магический урон добавляет. Опа. Как же у вас много-то, а? Оп-оп. Давай-давай, зацепил, ну. Отлично, все пробил. Да, дверь именно здесь. Но здесь, в принципе, ничего интересного нету. То есть для клирика вроде лежит, да, посох колдуна. Ну, не для клирика, для волшебника, ну, пойдет, посох. Для колдуна, вот. Что ж ты стреляешь-то? Отходим, отходим. Да что ж ты такой меткий? Ах! Да что ты будешь делать-то, а? Ну, смотрите, ну... Ах, давай, давай, давай. Не, он нас точно не убьет. Вы видите, меня никто не может убить. Я могу только упасть. Это моя слабость. Поножи, поножи у нас есть. Спасибо. Все, здесь мы закончили, пойдемте обратно. О, нам сейчас дадут большой мелок. Отличие, в принципе, минимальное. Маленький мелок, большой, только в размере, и все. Угу. Все, это он уже говорил. Если его убить, да, у него выпадает очень интересное колечко, которое, например, когда вас бьют, она часть урона отдает... О. Часть урона отражается тому, кто вас бьет. Но убивать НПК я не советую. По крайней мере, можно будет его убить, пробовать потом. Ах ты! Опять стенка моя любимая.
Сейчас просто зафармим парочку крипов. Сюда иди. Да что ж ты не хочешь умирать-то, а? Уж в бомбочку бы оставил. Вот так, давайте выпьем и пойдем дальше. Все. Мы свое дело сделали, теперь мы пойдем дальше открывать новые локации. Ну и последний, давайте еще взорвем эту фигню. Люблю это делать. Давай. Ай, блин, я еще могу взорваться, кстати. Ладно, все, пофиг на тебя. Все, бежим, бежим, бежим. Делаем апгрейд оружия. Можно было, кстати, вообще купить две штуки. И в каждую руку положить. Ну нет, не будем. Лишние затраты будут. Так, давай, купить предмет. 45 прочность. Прочность, конечно, вообще никудышная. Нет, это самый оптимальный вариант. Усилить. Так, усиливаем. Давайте усилим. Хотя бы 2-3 раза попробуем. Вот он. У него усиливание идет. А, у него еще и кровотечение, да, возможность. Ну ладно. Ну вот так вот. Ой, не, все, 2 раза хватит. Ну что ж, теперь с этим оружием можно что-нибудь придумать. Поставим его в этот слот. Здесь мы поставим вот это. Ну и в самый крайний случай, да, поставим вот это. Вот. Вот это уже интересное оружие. Оп, оп, оп. Так, 1200. Угу, отлично. Все, перешла. Так, бабушка пришла к нам. Вот это вот. Все, идем дальше. Теперь нам нужно попасть, значит, за моим оружием. Все, дайте я вспомню. Угу, нам нужна ветвь Белова. Для этого нам нужно попасть в забытый замок. Попасть можно 2 способами. Убить босса, который преследователь. Все понятно, куда мы идем. Мы идем драться. Так, подождите, правильно я иду или нет? А, все правильно. Если прыгать в дыру, там другое, все. Все, let's go, let's go, let's go. Угу. Вот у нас есть кнопочка, но она не нажимается, потом будет работать механизм. Механизм очень интересный. Есть откуда-то красные пятна, я даже не представляю откуда. Сейчас у нас будет сундук, и там будет лежать у нас щит. Давай, 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 давай. Да, вот другой щит. Бежим дальше. Ну, у нас сейчас ждут пару боссов. То есть, ну, одного босса надо точно убить, а второго позже будем убивать. Чтобы у нас была возможность идти дальше, нам нужно будет убить босса. Босс не самый сложный, но он неприятный. Безусловно, неприятный. Так, сломанный меч вора. Что за сломанный меч? Просто лучше даже не смотреть, полная ерунда. Сейчас будут рыцари, но мне кажется, я не осилю рыцарей этим оружием, конечно. Пойдемте глянем, что можно сделать. Он, наверное, больно будет бить. Ну, не совсем больно, но нормально. Не, смотрите, можно убить. Уходи, уходи. Опа. Угу, пойдет. Старый шлем рыцарь, я бы его взял, но это тяжелые доспехи, нам тяжелые доспехи не нужны. Кстати, вот этот вот, он, это тоже, это мини-босс, то есть это одноразовый юнит.
Его убить, безусловно, сложнее, чем других рыцарей. Давай, стоп, давай, спускайся. Убить, он очень опасный, он реально зверь, просто зверь. Ох ты, красавец. Ну, началось доброе утро. Давайте вызываем, вызываем. Вызываем быстрее, вызываем. К нам, видите, вторгнулись, да? И мы вызываем, короче, на помощь. Ну, почему мы вызываем на помощь? Потому что мы не готовы к этому, правильно? Мы не будем с ним драться в любом случае. Чувак, помогай, помогай. Все, убили, что ли? Ну что ж такое-то, а? Вот еще один. Видите, он только появляется, этот уже убивает. Не забывайте, что у меня еще пинг плохой, поэтому, видите, сейчас может у нас ничего не получиться. Мы сделаем по-другому, будем пробовать со спины подбежать. Да что ж такое? Ну, братюня, давай. О, как больно, а? Почти, видели? Почти меня забрал. Здесь, кстати, на этой локации очень часто это происходит, очень часто. Здесь постоянно нападают духи. Да что ж такое? О, еще немножечко осталось. Бедненький. Спасибо тебе, друг, спасибо. Ну все, к сожалению, я тебя отправляю, да? Да, спасибо, спасибо, друг. Да. Пока, друг, пока! Ну вот так вот, вы видели, да? Ах, только я начал играть, а уже все начинает доставать нас. Ну за что? Кстати, выпал очищенный прах, это отличная вещь. Сразу говорю, еще раз повторяю, это локации, да, здесь очень часто нападают на вас, очень часто. Душа безымянного солдата, человеческая фигурка. Все-таки я хочу убить босса соло, сам, да. Того босса можно убить вообще таким обманным путем, то есть его просто скинуть с обрыва. Это не то, что обман, это тоже элемент игры, обрыв, он и есть обрыв, правильно? Туда падаю или я, да, или кто-нибудь другой падает. То есть получается... Нелогично, да, что я могу упасть в обрыв, а босс не может. Прыгай, прыгай, осторожненько. Давай, открывай. Угу, почти. Ох ты, ну что ж ты так строго, а? У нас есть колечко регенерации, поэтому пока мы не трогаем. Угу. Или все-таки попробовать скинуть с обрыва, я вот думаю. Ладно, будем все-таки убивать стандартным методом. Чувствую, пока мы туда дойдем, да у нас, во-первых, сломается все оружие. Во-вторых, мне кажется, нас убьют уже 40 раз, именно фантомы. Ну, опять же, да, смотрите, был фантом, мне никто не пришел на помощь, это нечестно. Хотя по сценарию, да, я состою вот этим вот, короче говоря, в клане, которому должны помогать. А-а-а, больно. Уходи, уходи! Нормалек, нормалек. Оп, оп, нормально, пойдет. Видите, у меня еще очень быстро ломается оружие, конечно, это проблематично. А, вот, когда мы убиваем, даже не то, что когда мы убиваем, когда мало хп у этого рыцаря, да, остается, то агресса вот еще двое. Он может ударить или два раза, ой, или три, тихо. Или три раза, или четыре ударить может. Осторожно, осторожно, отходим. Так.
Эх, решил на меня напасть фантом, вы видели, да? Эх, наглец, а. Я-то еще бич. Так, сейчас еще этот ударит. Опа, ой, больно как. Опа. Опс. Оп. 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 Успел. Нормально, пойдет. Неприятно, но пойдет. Нет, все-таки не попробуем, да, попробуем по-честному. Там нужно еще убить одного, да? Угу. Тем более, у нас будет еще фантом по сценарию. Может быть, он поможет нам чем-нибудь? Или не будет? По-моему, он должен быть. Я вот не помню. Он будет сейчас? Точно когда-то он будет, но непонятно когда. Хоть бы он сейчас был, пожалуй. Да, есть, отлично. То есть это фантом именно задуманный игрою. Мы само собой его возьмем, почему бы и нет. Опа, опа. Угу. Опа, опа. Пойдет. Кстати, вот эти вот доспехи, они очень хорошие, именно по защите. Очень хорошие вот эти вот доспехи старого рыцаря. Но у них минус, да, это прочность. Хотя здесь очень редко эти доспехи могут сломаться. Очень редко. То есть случаи единичные. Поэтому, если вы собираетесь тяжелые доспехи, я вам рекомендую. Вот, фармьте, фармьте эти доспехи. У вас будет броня просто огромная. Ну что ж, пойдемте. Давайте призовем бота. Да, это просто бот. У нас кончилась хилочка, это не очень приятно. Сделаем тогда вот так и вот так. Вот так, потом мы сейчас сделаем. Это оставим. Нет, подожди. Здесь ставим вот это. А здесь мы поставим вот это. Здорово, братюня. Че, пойдем? Пойдем. Он не понимает меня, к сожалению. Еще мы сделаем вот так. Мы починим оружие. И пошли драться, 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 драться. Угу. Просто видите, желание убить с первого раза. Так, я поднялся, правильно поднял? Ох ты, молодец, сразу же попал в меня. Еще раз попал, красавчик. Давай, давай, аккуратненько. Надо держаться со спины у него. Со спины. Опа, опа. Угу. Так, по круговой сейчас ударит. Бежим за спину. Опа, опа. А, тихо, осторожно. Ой, больно, 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 опасно. Что ж ты такой опасный-то, а? О-о-о, смотрите, а, какой злой. Надо нам его убить, надо убить. Оп, оп. Мы уже все пошли просто пвпшиться с ним. Оп, еще, все, давайте закончим уже, давай закончим. Мой последний удар, на, все, покарали. Убили еще одного босса. Это драконоборец, драконьего всадника. Пойдет, 13 тысяч получили, отлично. Так, там, кстати, есть еще один босс. А можно сделать еще вот так вот. Пока мы будем бегать, мы поможем кому-нибудь. То есть, прикиньте, убить два раза подряд. Само собой, когда мы убиваем босса фантомом, нам не дают за это там его душу, да? То есть, нам дают обычные души, но вот такую душу нам не дадут, само собой, это очевидно. Пойдемте пока разожжем костер. Вдруг нас кто-нибудь призовет. Просто разожжем. Поговорим сейчас с человеком.
Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles. I can see that you are well suited to comp... But the cost of it... That... Так, поговорим. I'd heard awful rumors about this place. The king, gone. The earth. I fear that by now, they may have scarce room. Why did I come here? Do I need any other reason than to... My preceptor always said this art should be... And such is... Sometimes I fight the urge to pack... It is... And being out here all alone only makes this... I expected this cathedral to be bustling. But there's... Without any goings on, I'll have to move soon to a place I could... Sorry. Help. I expected this... Все. Потом эта девушка, после того, как мы поговорили с ней нормально до конца, я уже говорил, да, что нужно говорить до конца, она потом это придет к нам в деревню, и там будет все время сидеть. Ну, не, видите, в основном магия, то есть чудеса у нее в основном, свитки продаются. Можно, конечно, знаете, как сделать? Можно изучить чудо лечения, да, и повысить веру до 10. И лечиться. Ну, пока мы этого делать не будем, пойдемте дальше. Так, ну что там у нас? Давайте активируем, восстановим все, что можно. Наш путь еще не заканчивается, идем дальше. Дальше. Наша метка осталась. Когда мы активируем костер, метка, по-моему, еще остается, да. Но если мы сделаем возврат, то метка исчезнет. Где-то здесь была плюшка. Вот она, плюшка. Дай мне вылезти. Так, монастырский талисман. Угу. Вот видите, написано именно потому, что мы перешли в другую область. Неважно, в принципе, нам нужно найти мое оружие. Так, по одному. Опа. Осторожно. Ну что ж ты так жестко-то, а? Так, давайте вернем нашу бутылочку. Мы нашли усиление бутылки, надо будет потом воспользоваться, я забыл. Ой, что-то я как-то неправильно пошел. Я забыл, что он большой и страшный крип. Оп-оп. Ва-ва. Уходим. Ой, больно как. Прям в спину мне воткнул нож. Давай, драться ПВП. Нет. Ой, больно, нет. Если хочешь доиграюсь, меня убьют. Ведь он слабый, да? Но такой вредный. Нам еще нужно будет убить еще 2-3 таких. Так, что у нас здесь, а? Человеческая фигурка, темные пилюли. Душа гордого рыцаря. Ну, темные пилюли это ерунда, в принципе. Старая алебарда. Кстати, очень хорошая алебарда. Очень хорошая алебарда. Но мы играем по другой раскачке. Так, следующий. Раз, два. В основном, видите, они бьют 3 раза, но могут ударить 4. Уходи. Нормально. Ой, плохо прошло. Еще раз, сейчас надо. Раз, два. Видите, он бьет об стенку много раз. Нормально, порешал. Хорошее оружие, да, мне всегда оно нравилось. Была бы еще атака посильнее, было бы отлично. Всю бы игру играл с ним. Именно хороша анимация. Раз, два, три. Раз, два, и уходим. Раз, два, ну и уйдем. Не будем жадничать, нет, не уйдем. Так, по-моему, нам сначала нужно сюда, здесь будет тупик. Угу. Ну-ка, что здесь написали? Уже спереди, ну ладно.
Здесь, наверное, нельзя использовать, да, мелок? Да, нельзя. Но здесь он не нужен, в принципе, вообще. Здесь ничего сложного нет. Сейчас будет лифт. Угу. Спускаемся вниз. Скоро мы уже придем к следующей локации. Кстати, нам нужно будет купить камень. Да, обязательно. В этой локации хорошо иметь камень Фореса. А купить мы его можем у старухи за 4000. Опс, да, много-много смертей. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас буду стоять еще один слева. Угу. Здесь минус в том, видите, здесь вода, да, то есть мое передвижение, она замедленная. Да. О, не хватило одного удара. Ну что ж ты такой-то, а? Я быстрее. Сначала давайте проверим, что у нас здесь. Там у нас выход. Мы пока туда не идем. Наверху там можно получить доспехи, но они такие, знаете. Ну, быть может, они будут чуть-чуть лучше, чем у меня. Потому что у меня вообще бомжовские доспехи. Так, все хорошо, теперь я сухой. И еще один, да? Нет, пока нету. Уже спереди. Ну, что там пишут? Выпустите меня отсюда. Ладно, ясно. Вот, шлем рыцаря, доспех, наручи, поножи. Давайте глянем, что такое. Угу. Так, это у нас получается... Видите, жалко, что в этой игре не пишется средний доспех, легкий, тяжелый. Здесь не пишет, ты должен сам гадать или читать вики. Ну, шлем рыцаря, по идее, это что-то типа среднего доспеха. Я по весу определяю. Ну, да, типа среднего. Смотри, как... Или этот. Ну, вот это тяжелый. Видите, старый наручий рыцаря. 8 килограмм или 10-3 килограмма. Поножи рыцаря 6. Ну, как-то так. Вот у нас общая характеристика защиты 300. Немного, конечно, но пойдет. Ну, для начала пойдет. Теперь у нас зато есть сет, полный сет рыцаря. Бежим, 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 бежим дальше. Ага. А вот зачем эта дверь, я до сих пор не понимаю. То есть она вроде никак не открывается. Тогда казалось бы, да, смысл? Может быть, все-таки в конце я не посмотрел, я просто удалил. А, мне же еще и тяжело достало. Да, на 4 килограмма тяжелее. О, будем без рук ходить, пойдет. Нужно будет вес, наверное, увеличить, я подумаю. Я посмотрю, который сет, я еще просто не выбрал сет себе. Если что, потом увеличим вес и все. Вот я вам показал, помните, я вам говорил, что когда больше 70%, что он падает медленно, да, поднимается. Ну вот, я показал вам. Сейчас у нас будет здесь костерчик. Опа, и девушка. Красавица. Угу, привет, бэйба. Давайте активируем сразу, поговорим с ней, пообщаемся. Как-то сет не сет, да, без этих рук. Ну ладно. О, все.
суть в том, да, она говорит, зови меня, когда там нужно будет. Это не значит, что мы можем прям в любую секунду ее позвать. Нет, к сожалению, это не так. Просто рядом с боссами, да, будет ее вызов. Вот и все. Вызов ее фантома. Так, сейчас мы идем сюда вот. Нам нужно купить камень, ключ. Ну и не будем тянуть резину, начнем проходить эту локацию. Так, подождите, мне надо еще вспомнить, как туда добраться правильно, ладно. Неважно, все равно давайте купим ключ. Так, вот, 4000. Ну-ка, у нее стали бесконечные? Да, вот видите, я сказал, что будут бесконечные. Бесконечные эти, бесконечные гранаты и бесконечные... Эти гранаты и ножики. Это именно после убийства этого великана. Хорошо, у нас есть ключ. Я вот пытаюсь вспомнить, как правильно дойти нам. Сейчас, подожди секунду одну. А сейчас я подумаю, подожди, я на паузу поставлю, надо вспомнить. Просто там есть с двух сторон вход. А вот какой именно нужен, чтобы найти мое оружие, я хочу подумать. Ладно. Нет, давайте сделаем по-другому. По-моему, мы не туда идем. Мы сделаем так. Ух ты, нифига у него шмот. Это что, моего левела, что ли? Это бред какой-то. Не, вряд ли это моего. Сейчас нам нужно будет убить босса, но он очень сложный босс. Попробовать можно. Пойдемте попробуем, но босс очень сложный, невозможно сложный. 11 тысяч душ. Но нам нужно его убить в любом случае, чтобы я смог пройти куда мне надо, мне надо убить именно его. Конечно же, вообще, вот по замыслу, я должен призвать на помощь, вот честно сказать. Потому что я же помогаю, ну пускай и мне тоже помогают. Все, ты погиб. Да, ты тоже погибнешь, не сомневайся. Надо было немного вес увеличить, чтобы я мог доспехи одеть, ну ладно. Ну, босс очень неприятный. Какой же он неприятный-то? Попробуем. С первого раза, мне кажется, его невозможно убить. Видите, просто на него ходят практически всегда с кем-то. И здесь, как ни странно, к сожалению, почему-то нету фантомов. То есть фантома вызывать нельзя. Тут у нас ничего нету? Нету. Угу, видите, здесь не пройти ничего нельзя, да? Нет, видите, это не то. Так, здесь у нас плюшка есть. Душа и самоцвет жизни. Ох, да, тяжело даже думать об этом. У нас пока осталось время, давайте попробуем все-таки убить. Попробую там несколько раз, да, если не получится, то, конечно же, я просто призову на помощь, да и все. Ну это тоже, это мазохизм реально, тем более ароматная мазь, она не бесконечна у меня. Это тот самый босс, который, помните, был там, в другом месте? Если играть с кем-то, то его легко убить, а вот одному тяжеловато. Ну попробуем, давайте попробуем. Будем бороться до конца, нужно его убить, нужно. Красивый вообще, очень красивый рыцарь.
Сначала он что-то полетит на меня, по идее. Попал, видите, даже попал так. Оо, да, все печаль. Блин, надо захилиться нам. Пока все плохо. Посмотрите, я даже не могу. Да что ж тебе надо от меня? Не, господа, ну посмотрите, да, мне не хватает вообще ни выносливости, ничего. Хотя реген идет, толку никакого нет. Попадает даже в прыжках. Ну хорошо, давай подеремся. Все разы попадает. Нет, я не смогу. Это невозможно. Просто убей меня и все. Пускай убивает, я не знаю. Полный бред. Я говорю, никто не проходит его один. Никто. Его можно пройти, я согласен, одному. Потому что я в прошлый раз проходил его один. Но это было, когда я прокачивался. Когда я прокачивал оружие, доспехи. Но не сейчас. Поэтому мы сейчас пойдем просто вызовем помощь. И все. Я не вижу никакого смысла неделю проходить этого босса. Я хочу пройти игру с моим любимым оружием. Все. А дальше мне уже не интересно. И напомню вам, что когда мы предлагали помощь, нас вызывали к этому боссу, заметьте. Поэтому и мы вызовем, все честно. Как его убить? Ну понимаете, его в данный момент невозможно убить, вообще невозможно. Именно с таким оружием, да, такими доспехами просто невозможно. Невозможно. Поэтому лучше сейчас мы с кем-нибудь убьем и продолжим дальше игру. Чем проходить неделю. Оп-оп-оп. Давай, друг, спускайся. Сам босс, видите, он не сложный. Я говорю, его проходит просто с кем-то. То есть там можно из катапульты его убить. Вариантов много, как его убить. У меня опять, видимо, проблема с интернетом. Видите, нету надписи, ничего нету. Давайте подождем, 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 подождем. Я пошел бы соло, но нет. Тем более, вспомните, мы до этого троем убили его, троем. Да, видимо, опять Steam упал. Он очень часто, кстати, падает. Очень часто. Ну давайте, где призывы, где кто вообще? Вот, самый лучший способ, когда упал интернет, там Steam упал, да, сервера упали, вот лучший вариант. Просто нужно заново перезайти и все. Хочется, конечно, убить соло босса, но я говорю, это... именно сейчас это не получится точно. Хотя можно подумать. Но это очень много времени уйдет на это, понимаете? На апгрейд всего оружия. Ради чего? Так, надписи появились, хорошо. Теперь ждем помощь. Угу. Там он даст нам доспехи, хорошие доспехи. О, моя душонка валяется. Видимо, все уже заняты, да? А, я забыл, точно. У меня же нечеловеческая форма. Все, 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 я забыл. Ну что ж, будем человеком. Опс. Появляйся. Все появится. Этот босс актуален, как никогда просто. Давайте, давайте. Когда вот не нужны, они появляются. Когда нужны, не появляются. Давай. Или опять пробовать соло. Можно пробовать щитком, как вариант, в принципе. 75-90, это хороший щит.
Давайте попробуем вот это соло, но только щитком. Поздновато ты появился, конечно. Потому что у него, видите, основной дамаг идет именно физический. Ладно, пробуем еще раз. Была не была. Все-таки хочется самому все пройти, но я говорю, что я уже его убивал соло. Берем душ, не забывайте. Тихо, аккуратно. Опа. Окей. Отходим, отходим. Аккуратненько, аккуратненько. Да, пробил. Видите, выносливости не хватает. Не хватает, чтобы весь его урон принять. Угу, правильно, со спины, красавчик. Сразу, знаете, всю выносливость. Ну как же так-то, а? Слишком маленький у нас левел, слишком маленький. Да, молодец. Нет, это бесполезно. Просто забейте. Я даже не хочу пробовать. Просто невозможно. Вы видите, да? Он даже щит пробивает. Не-не-не. Просто ни о чем. Я могу, конечно, потратить все хилки, потратить, вроде чего, не понимаю. Вот и все, потратил хилку. Не, мы больше даже не будем пробовать. Это просто трата времени моего, не более. Ладно, давайте я перемотаю к этому месту. Ладно, давайте не будем перематывать, а просто начнем с самого начала. Я вот призываю двоих. Нам был дан мозг при рождении, мы будем его использовать. Правильно, с толком. Раз в игре задумано призыв фантома и помощи, мы будем помогать. И нам будут помогать. Пойдемте, братаны. Пойдем. Блин. Все, let's go. Мы пойдем к нашему товарищу. У меня ноль душ. Это плохо, плохо, плохо. Пойдемте, втроем мы должны его замочить. Просто обязаны. Давайте, чуваки, выходите. Смотрите, вот один стоит, молодец. Все, гол, гол, гол. Само собой, они уже понимают, куда мы идем. Нам нужно будет взять щиток, да, потому что, скорее всего, на нас будет босс агриться. Именно на нас. Это сейчас мы пройдем именно с помощью, а потом, скорее всего, будем уже соло. Ну, я говорю, что мне хочется именно играть с моим оружием. Ну, пойдем, что ждать. Будем принимать на себя весь урон. Сдавайся. Угу. Видите, как пробивает? Очень сильно пробивает. Давай, давай, стреляй, стреляй в него. Во. Все, один умер. Угу. А, да, сейчас повеселимся. Веселье, веселье. Самое главное выжить нам. Давай, давай, попади в него и все. Так, давайте мы сейчас отвлечем его, чтобы он встал сюда вот. Давай! О, Господи Иисусе, ну сделай ты что-нибудь. Она просто сидит, смотрите, она просто сидит за этой фигней. Все. Ну вот так его убивают. Такие вот дела. Кольцо клинков, душа предателя. Отлично. Все, мы все-таки сделали свое дело. Да!
Кстати, заметьте, это когда он это меня на нож, да, насаживал, он проклинал, видите, все, у меня опять человечность спала. Все, наконец-то мы сделали свое дело. И идем дальше. У нас были неравные силы. Я говорю, вот если бы не этот меч, который я хочу, я бы, конечно же, сделал все по-другому. То есть я прокачивался бы, взял какую-нибудь алебарду, тем более у нас очень хорошая алебарда есть, очень сильная алебарда. Вот, например, 170 атака, видите, 175. 175. Если ее апгрейдить, там уже под 250 будет минимум. Здесь у нас дерево, потом я вам покажу, для чего эти деревья. Там ничего нет, вон, да? Да. Вот именно ради этого гнезда мы и пришли. Вот именно ради этого гнезда. Сначала мы сделаем следующее. Во-первых, уберем щит. Больше он нам не нужен. Потом нам нужно взять доспехи. Вот они. Опс. Меч, щит. Так, ну что там за меч у нас? Меч Дранглинка. Это большой меч. Нет. Силу 25 мы не будем прокачивать. Нам не нужна сила 25. Доспехи у него, по-моему, тяжелые. А, шлем не выпадает. Но это уже тяжелые, да. 14. Нет, не надо. Такие доспехи не нужны. Ну, они, может быть, средние, но пока мы не будем их одевать. Я еще посмотрю. И опять сейчас быстренько сюда же придем. Это вот тоже, опять же, быстрый способ, как можно прокачивать героя. Вы также помогаете убивать босса? Все, бежим, 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 бежим. Новые локации, костер. Так, где наше гнездо? Давай, 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 беги, 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 беги. Все, отлично. Это тот самый орел, да, та самая птица, которая этого рыцаря принесла, преследователя. Вот она переносит нас в новую локацию. Именно сюда нам и нужно было, да, чтобы быстрее мне прийти к моей мечте заветной. Все. Зажигаем костер и давайте уже подводить итоги. Предлагаю сделать следующее. Давайте тогда быстренько слетаем. Во-первых, нам нужно апгрейдить нашу бутылку. И уже нужно заканчивать, потому что время уже прошло. Апгрейдить мы можем именно в костре горения. Именно в этом костре. Очищенный это прах. Очищенный костяной прах. Некая сила укрепила флягу с эстусом. Эстусом. Неважно, короче. У нас есть 25 тысяч, их нужно потратить с умом. Там мы купили, да? Оружие апгрейдить сейчас мы не будем. Поэтому мы потратим только на прокачку левела. Прокачку левела. Левела, левела. Нам нужна сила 20 для моего оружия. Отлично. Выносливость вы видите вообще никак. А, ФЗЧ нам нужна, это вес груза увеличивает. До 50 хотя бы. Не, вот так вот, до 49. И 2 жизни, отлично, да. То есть, сколько там прибавится? 72 жизни, отлично. То, что я уже говорил, да, жизни это наше все. Давайте, облик пока не будем принимать, я лучше кому-нибудь помогу, и там уже облик примем. Можно помочь убить того же босса. Вот такое у нас было путешествие нелегкое. Убили преследователя, да, которого, говорю, соло можно убить. Но для этого вам нужно более-менее прокачать своего героя. А мы, видите, мы ничего не прокачиваем. Ни доспехи, ничего. Потому что у нас самая главная цель найти супероружие. Которым потом будем ходить и нагибать всю игру. Значит, какое-то кольцо выпало, да, из него? Вот оно. Физическая атака. Потом посмотрим, что это за кольцо. Вот у нас еще души есть, кстати, да, хорошо. Давайте положим в костер великие души. Чтобы потом обменять на что-нибудь. Так, так. И все.
Ну и в следующую серию мы будем дальше двигаться. Возможно, мы придем даже к боссу, к следующему. И останется совсем немного, совсем немножечко останется нам. Ну все, давайте до следующей серии. Следующая серия будет по-любому интересна, я обещаю 100%. До следующей серии.